Два автомобиля фирмы Mazda совершили столкновение на кольце 3-й рабочей. Кольцо 3-й рабочей – одно из самых знаменитых своими авариями мест в городе. ДТП здесь случаются регулярно, и этот день не стал исключением. Ну, как обычно, пробка, плотничком все стоят. Главное, не в плотном потоке не уступает движение второстепенной дороги при образовании пробки. Соответственно, когда наш поток пошел в нужном направлении, все пропустили. Ну, мужчину я, к сожалению, увидела из-за того, что параллельно шли машины, а он не потрудился пропустить, не захотел, ничего мужем, он на главной дороге. Поэтому вот виновата, что поделать. Будем внимательны впредь. Водитель фамилии также прокомментировал данную ситуацию. Она просто из-за машин выскочила, не убедилась в этом самом свободном проезде. И, соответственно, результат. Смех смехом, а ремонт все же предстоит существенный. У фамилии замятый порог, стойка и две двери. Да и машине виновницы аварии также изрядно досталось. Водители остались на месте ДТП дожидаться прибытия сотрудников ДПС.